В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать канал под названием Кес. Этот парень очень старается, он снимает различные видеоролики по игре Block Strike. Ребята, также на его канале вы найдете дуэль против меня, так что обязательно переходите и подписывайтесь на этот замечательный канал. Также он очень часто стримит, поэтому, ребята, ссылочки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня будет довольно-таки необычное видео, поэтому, пожалуйста, прямо с начала данного видеоролика поставьте мне лайк, а также подпишитесь на мой канал. И сегодня вы узнаете, какие же есть типы игроков Block Strike. И, пожалуйста, кто узнал себя, ребят, напишите, кем являетесь из этих типов именно вы. Поехали! Первый тип — это пингер. Так, пацаны, у меня лагает. Лагает! Ой, у меня лаги. 3 FPS в игре! Блин, надо написать в чат, что у меня лагает, а то мало... А, лаги, пингер! А, читеры! Блин, убили, у меня ж лагало! Второй тип — это ютубер. Всем привет, с вами ютубер 2009, и сегодня ты чё перед экраном бегаешь? Я снимаю, у меня стрим, отойди, я популярный ютубер, у меня 5 подписчиков, ты чё мне мешаешь? Из-за тебя мне попали, ютубер же я. Пацаны, я ютубер, вы видели, как я убил, видели? Я ютубер, у меня 5 подписчиков, подписывайтесь на мой канал, у меня стрим. Третий тип, это человек, который всех обвиняет. Не, ну ты чё, вообще с UMP бегаешь? Ну ты нубас! Ты себе нормально оружие мог купить? Слушай, ну ты такой нуб! Я с тебя просто в шоке. Вот как таких людей, как ты, земля носит? Я не понимаю. Такой нуб! Так. Стреляют! Пацаны, вы чё, прикройте кто-то! Ну чё, никто меня не прикрыл? Ну вы такие нубы! Вы полные раки! Четвертый тип — это АФКшер. Так, пацаны, здорово всем, сейчас буду всех нагибать. Сынок, иди кушать. Пятый тип, это человек, который делает 90% всей работы. Здорово, пацаны, здорово, минус один, ништяк. Хорошо играем. Ох вы, пингеры-то какие, ничего себе, пацаны. Чудо спинг большой. Ну нормально, сейчас справимся. Дигл в помощь. Еще раз головы такие маленькие. Опа, давай, до свидания. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, идемте хорошить. Ох, чё, пацаны, сегодня не ваш день. Давай, до свидания, минус 2 и давай минус 3. Шестой тип — это камикадзе. Так. Ага, там их всего лишь 4, та нормально. Ща ворвусь, покажу им тут батя. Так, нормально. Ща им покажу, тут главный у нас на районе Block Strike. А ну иди сюда. А ну кто на меня? Ой, как вас мало. Вот, блин. Седьмой тип — это нуб. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, у меня UMP, но я все равно непобедим. Так, ладно, сейчас всех убьем. Пацаны, приветик. Я хоть играю всего лишь второй день, но я вас всех убью, я вас просто уверяю. А ну иди сюда. Ух ты, блин, так какой... Ай, нет, что происходит? На этом все. Большое спасибо, ребята, вам всем за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк, а также обязательно подпишитесь на мой канал. Еще, ребята, если мы наберем 1500 лайков, я обязательно сниму продолжение подобной рубрики. Поэтому ставьте лайки, пишите какой-то хороший комментарий, пишите, какой тип именно вы. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока.